какая-то есть. В общем, я приехал за место ХТБ на комплекс Медео. Тут еще и река какая-то течет. Алматинка, наверное-то. Очень интересно, сколько проезд стоит. Реклама. Сбера. Сбер себе отхватил самое жирное. О, у них шишки уже почернели. Почему? Сгорели, что ли? Поспевает. А нет. Это другое, это породы, блядь, лет. Я это елка. Такое впервые, да, вижу даже. Нет, она черная, не коричневая. Охренеть. Тут и шмель-то черный я видел. Чанчанские эти, это елки, блядь, что ли. Блядь, какая красота здесь, да? Да, да. Да, вот это зигзагом идет. Короче, вот оттуда, где возьми на эту дорогу. Вот сюда катер привезли. Значит, была позиция. Закончили первую часть дороги. Далее будет вторая часть, по-моему. Вон та, вон открытая дальше. Да, да. В открытую лучше садиться. Больше ощущений. Да. Я в Сочи на такой... Сочи? Целый день может, катался. Прорыв, но, нет, да? По ней можно хоть целый день кататься. Сочи? До работы. Из России же? Ну, а? Да, с Урала. Где? Урал, Урал. Урал, о. Там холодно сейчас, да? Ну, плюс 10 уже. Да? Да, вообще. Все равно холодно, да? Что-то вообще резко похолодало, я еще буквально неделю назад купался, и все. Сказали, холодная будет осень, и угадали прям. С тридцатки до 10 резко, да? Как-то. Воздух чистейший, так сказать. Маленькая пешеходная. Средняя площадка, там можно еще дальше. Я
поеду еще дальше. Урумник внизу. Какие-то красные растения. Третья конечная, тут уже снежники видно, не ледники, а снежники. Это, я так понимаю, комплексы тоже горнолыжные. Я на высоте 3200 нахожусь. Это даже выше, чем в Красной Поляне.
Роза Пик. Ну и тут проезд, конечно, дешевле в разы. Всего $10. Отсюда видна Алма-Ата. Видно, что смог над городом.